Франция на Кубке губернатора. Команда «Кван, я люблю тебя» поет песню про него. Олег, когда рядом с ним, я забываю, где я, забываю, кто я. Утвержденный ректор губернатора Амурской области. Очень необычная ситуация. Сергей Шнуров собирается в церковь. Здорово. Татьяна, несмотря на то, что вы всего лишь крепостная крестьянка, может, мы с вами... Нет, я не могу! Татьяна, будьте раскрепощеннее! Нет, я так не могу! Слуги, дайте мне бумагу, буду писать указ о раскрепощении крестьян! Да, алло! Да, скоро буду, ага! Серега, выходи! Серега, что ты делаешь? Но я стриптизер, и я только так умею. Самый неэффективный допрос. Так, стоп! Что вы делаете? Может, вы что-нибудь спросите меня? Ну, может, и спросим. В Дынде Олег Кожемяка решал проблему ветхого жилья. В Албатино наш губернатор участвовал в археологических раскопках червей, чтобы лично покормить рыб с вертолета на Бурейском водохранилище. Проверяя ливневки в Благовещенске, Олег Кожемяка спустился на Ленина трудовой, а вышел на торговый фейхэ. И поэтому принял участие в международном заплыве «Дружба» в Экимчане. -20, -25. Временами осадки. В Константиновском районе за рулем комбайна Олег Николаевич лично убедился в правдивости частушки про тракториста. Вот она, победа на губернаторских выборах! Ты смотришь на мою одежду, на мою прическу, вешаешь на меня ярлык. Но очень часто мы ошибаемся, называя плохого человека хорошим, а хорошего плохим. Быть может, мы не будем вешать ярлыки. Команда Квен Пипл, главное не оболочка, главное содержание. Ребята, а вы помните, что мы договаривались, что каждый из вас придумает что-то особенное на кубок губернатора? Красивого парня она убила. Сама мне призналась, что парня отбила. А я ей в ответ: вот ты, Светка, как? Ой, ты что такое читаешь? А что, очень модная и современная песня. Не знаю, вы бы еще про брейк-данс вспомнили. А вы вспомнили? Знаю на 4, а на 5 знает только...
деле я в третьем билете сам плаваю, так что, парни, пятерочку-то поставьте, все, и я вас верю. Я вас